все эти события произошли в реальной жизни. Мы изменили только имена и фамилии. Вот уже месяц Сергея Воронкова терзали ночные кошмары. Сергей Воронков, 32 года, владелец автомастерской. Что опять приснилось? Кира Воронкова, 27 лет, жена Сергея, домохозяйка. Да. Может, тебе снотворного дать? Не надо. Ложись, спи. Со мной все в порядке. Вначале Сергей не считал свой кошмар проблемой. Но когда он практически перестал спать по ночам, то понял, что пора обращаться за помощью. Проблема у меня, в общем-то, пустяковая. Может быть, даже ее нет вовсе. Как вы считаете, сон может быть проблемой? Ну, если он вас мучает, то, конечно. Галина Тимошенко, психолог. Точнее, можно сказать, что такой сон будет отражением какой-то проблемы, которая существует в реальности. Вы могли бы рассказать этот сон? Да, конечно. Какой-то страшный сон, я бегу все время. Сергей рассказал, что в своем сне он бежит по улице, и его догоняет нечто ужасное. Он не может ни обернуться, ни остановиться. Я не знаю, что это. Со спины как будто чудище какое-то догоняет. Почему вы так уверены, что оно хочет вас убить, это чудовище? Вы оборачивались, видели его? Вот в том-то и дело, что я не могу заставить себя обернуться. Мне это жутко страшно, что хочется бежать без оглядки. Это смешно, наверное, да? Взрослый мужик, а боится какой-то ерунды. Да, честно говоря, я не вижу ничего смешного. А вы не можете вспомнить, когда вам начал сниться этот сон? Я хорошо помню, это первый кошмар приснился где-то месяц назад. Это как раз произошло после того, когда бизнес мой был связан с запчастями. Сергей сказал, что как раз в это время у него случились проблемы на работе. Он доверился фирме, продававшей дешевые автозапчасти, а она оказалась липовой. Конечно, завели уголовное дело, но денег уже не вернешь, и теперь он практически разорен. Так сейчас вас беспокоит то, что снова придется начинать все с самого начала, или то, что пока вы не раскрутитесь по новой, вам и вашей семье придется обходиться без привычных радостей? Вообще, я не знаю. Для бизнесмена вот такие ситуации – это обычное дело. Но для меня здесь… Я что-то так задело здесь. Кстати, а как ваше семейство отнеслось к тому, что произошло? Ну, у меня семья только одна жена. И, знаете, Кира будет у меня последним человеком, который знает об этом. Милый, угадай, где я хочу отметить наш первый юбилей? Я не знаю. Ну, попробуй, угадай. Ну, пожалуйста. А то вдруг окажется, что у нас с тобой разный вкус. А куда бы тебе хотелось? Я хочу в Париж. Надеюсь, ты не против? Нет. Очень хорошо. Париж так Париж. А почему, собственно говоря, вы так боитесь признаться Кире в том, что у вас проблемы? Понимаете, Кира у меня вторая супруга. Я был же раньше женат. Сергей объяснил Галине, что его первая жена Инна была яркой и успешной женщиной, настоящая бизнес-леди. Рядом с ней Сергей всегда чувствовал себя номером вторым. Встретив нежную и доверчивую Киру, Сергей понял, что наконец-то нашел женщину, для которой может быть настоящим главой семьи. Я считаю, что я должен оберегать близкого мне человека от всяких неприятностей. Мою супругу Киру. Я очень люблю ее. А вы никогда не думали, что близкие люди, они на то и близкие, чтобы как-то делить с вами ваши неприятности, поддерживать вас тогда, когда вам нужно? Почему вы лишаете жену возможности быть с вами, когда вам плохо? Ведь для нее это тоже очень важно.
Я не хочу, чтобы она меня жалела. Сереж, представляешь, я нашла для нас идеальный тур. Там будет все. И музеи, и дегустация французских вин, и времени свободного куча. Но нужно поторопиться, пока визы оформят, пока то да сё. Кира, мне надо тебе сказать кое-что. Даже не продолжай. Я и так знаю, что ты скажешь. Я все сделаю сама, хорошо? Ладно. Когда нужны деньги? Мне сказали, если мы хотим успеть отметить нашу годовщину в Париже, путевки нужно выкупить завтра. Ну, в крайнем случае, послезавтра. Хорошо. Завтра деньги будут. Ты просто золото. Не сумев объяснить жене сложную финансовую ситуацию, Сергей обратился за помощью к своему лучшему другу. У меня тут, понимаешь, такое дело. Все так сложилось. Денег нету. А у нас с Кирой годовщина, и я ей обещал. Ну, годовщину все-таки, понимаешь? Такие дела. Серег, что ты оправдываешься? Надо так надо. Валерий Попов, 35 лет, менеджер в компьютерной фирме. Валер, я отдам через пару месяцев. Это максимально. Как сможешь, так и отдашь. И вообще, хватит об этом. Сергей вручил деньги Кире и следующую ночь спал привет, спокойно. Привет. Но облегчение длилось недолго. Представляешь? Да. Все так замечательно вышло. Менеджеры в этом агентстве такие обходительные. Они нам и отель хороший подобрали. Угу. И тур немного изменили. Угу. Чтобы мы с тобой подольше побыли вдвоем. Угу. Да? Угу. А, да, вот еще забыла. Они нам разговорник подарили. Вот, послушай. Куман сова. Угу. Знаешь, что это значит? Куман сова. Как твои дела? А, как твои дела? А ты должен будешь ответить. Сова бьен. Сова бьен. Очень хорошо. Хорошо, я отвечу. Один. Или тре бьен можно сказать. Тре да, бьен. Да. Вот, а еще мерси. Да. Мерси, это да, спасибо. Валя. Сергею позвонил взволнованный Валерий и попросил встретиться. Валерий рассказал Сергею, что ночью у его матери случился сердечный приступ. Ее забрали в больницу, и теперь нужна дорогостоящая операция. А что случилось? Я не знаю, мне надо отъехать ненадолго. А еще нужно сходить на Тур Эйфель. Там есть большая смотровая... Может, я с тобой поеду? Не, не надо. Тебя это совершенно не касается. Тебе неинтересно будет. Ну, а еще, знаешь что? Ну... Я недолго. Ну, хорошо. Ну, я думаю, мы везде, да, сможем уже побывать? Да где хочешь, ну, конечно. Привет. Что случилось? Сергей, у меня очень большие проблемы. Очень большие проблемы. Прости, что я подвожу тебя, но дело в том, что никто не знал, что будет такое. Если можешь, верни мне деньги. Я очень тебя прошу, верни мне деньги. Когда? Чем раньше, тем лучше. Понимаешь, это мама. Я еле наскреб деньги на операцию. А нужно еще на лекарство. Нужно ее отправить в санаторий. Я очень тебя прошу, верни деньги. Хорошо. Я все понял. Не объясняй. Деньги будут. Сергей попал в тупиковую ситуацию. Никто из знакомых не мог в настоящий момент одолжить ему нужную сумму. Сергей просчитывал все возможные варианты, а в глубине души с ужасом ждал предстоящей ночи. Он уже предчувствовал, что кошмар вернется.
Каждую ночь Сергея мучает один и тот же кошмарный сон. За консультацией он обращается к психологу Галине Тимошенко. Выясняется, что бизнес у Сергея в упадке, но он скрывает это от семьи. Его жена Кира, не подозревая о финансовых проблемах, мечтает о поездке в Париж. Чтобы купить путевки, Сергей вынужден занять крупную сумму денег, но вскоре его просят вернуть деньги обратно. Сереженька, Сереженька, ты опять кричал во сне. Ты много работаешь, может, у тебя нервный срыв? Милый, тебя это совершенно не касается. Спи, спи. На следующем приеме Сергей признался психологу, что его сон стал еще страшнее. Теперь он чувствовал за своей спиной дыхание. То, что его преследует, подошло еще ближе, и он никак не может от него убежать. Сергей, а жене вы рассказали о том, что происходит на работе? Нет. Хотите честно? Я ужасно боюсь, что она решит, что я неудачник. Мыльный пузырь. Никчемный человек. А почему вы думаете, что она именно так все поймет? Или вы уверены, что Кира любит вас только за то, что вы много зарабатываете? Да нет, конечно. Просто она меня знает. Именно таким сильным, успешным, у которого все получается, удается. Вернее, удавалось. Это я понимаю. Я не понимаю другого. Почему вы так не доверяете жене? Почему вы считаете, что она точно не способна вас понять? Ну, при чем здесь Кира? Я просто сам хочу разобраться во всех проблемах. Понимаете? Сам. Сереж, что с тобой происходит? Что? Что? Что такое? Ты просто решил поразмяться, что такого? Ну зачем ты меня обманываешь? Я же все вижу. Ты спишь плохо, нервничаешь постоянно. Может, дело во мне? Что? Тебе? Что у вас у всех баб дурь-то, а? Вот мужик мрачен немножко, да? Сразу разлюбил, да? Все нормально, все со мной в порядке. Есть некоторые неприятности, я с ними справлюсь сам. Ясно? Я справлюсь. Сам. Ясно, ясно. Мне в эту область дверь закрыта. Бабы все равно ничего не понимают, да? Меньше всего на свете Сергей хотел звонить по этому номеру. Но другого выхода у него не было. Алло. Инна, привет, это я. У меня к тебе дело. Давай встретимся на нашем месте. Ну, ты знаешь где? Здравствуй, Масик. Инна Мальцева, 30 лет, бывшая жена Сергея. Я сейчас. Ты никогда не предложишь даме присесть. Это нехорошо. А ты, как всегда, не дожидаешься приглашения, а предпочитаешь действовать сама. Что случилось? Ты никогда просто так бы не позвонил. Мне нужны деньги. Одолжи на пару месяцев. А я-то думала, ты соскучился. Сколько? 5. Ты что, с ума сошел? Ты действительно считаешь, что я вот так вот могу запросто из оборота вытянуть 5 штук? Нет, конечно. Я понимаю. Сергею было невыносимо тяжело начать разговор. Я понимаю. Но он сам заварил эту кашу и теперь должен был ее расхлебывать. Что, тебе больше некому обратиться? Некому. Ну, я не знаю. Ну, позвони мне на следующей неделе. Когда? Во вторник. Ладно, я пошла, извини. Сергей был готов пройти через унижение, взяв деньги у бывшей жены. Но он не мог предположить, какие неприятности принесет ему это решение. Звонила твоя бывшая. Просила перезвонить. Инна? А почему она... Сказала, что твой мобильник отключен. Но поскольку ты очень хотел с ней встретиться, она решила через меня передать, что у вас все будет в порядке. Кирюша, послушай... Скажи мне, а что, тебе надоело?
Конечно, я не такая красивая, не такая богатая, как Инна. Не говори глупости, не говори, ты лучше всех, это правда. Но я же с тобой, это главное. Надолго ли? Кир, ну зайка, малыш, ну что такое, ну что случилось? Сереж, ты куда? Я на минуточку. Мне надо встретиться с Инной. Она сейчас подъедет. Добрый вечер, дорогой. Привет. Ты привезла деньги? Нет, но я привезла хорошие новости. Садись в машину. Деньги будут. Но на следующей неделе. На следующей неделе? Мне же лететь послезавтра. По делам? Нет, мы в отпуск едем с Кирой. Не хватает денег на полноценный отдых. Сергей понимал, что бывшая жена не упустит случая уколоть его побольнее. Он был на грани срыва, и Инна, сразу же почувствовав это, сменила тон на дружеский. Так значит, в понедельник будут деньги? Да, я же сказала. А в отпуск? Отпуск подождет. Спасибо, тогда до понедельника. Слушай, ну поговори хотя бы со мной. Расскажи, как тебе семейная жизнь. Извини, мне надо идти. Ну, поцелуй хоть меня на прощание. На, вытри губы. Нет, спасибо, у меня есть свое. Так значит, до понедельника? Да. Пока. Береги себя. Кирюш, ты где? Я здесь. Что случилось? Чего мы такие? Ну, что ты скажешь? Ты про что? Я видела, как вы там в машине. Кира, ну хватит. Ну, я тебе сколько раз говорил, все не так, как ты думаешь. Зачем ты меня обманываешь? Теперь я понимаю, почему ты не спишь по ночам. Совесть замучила. Довольно. Довольно, это ничего не значит. На, забери свои путевки. Не нужен мне твой Париж. Кира, вернись. После разговора Кира закрылась в комнате и весь вечер не выходила. Сергей страдал не меньше жены. Он чувствовал, что уже не справляется с ситуацией. Мой брак под угрозой разрыва. А ваш сон вам по-прежнему снится? Да. Я также продолжаю бежать, и мне... Я чувствую, что теперь все будет гораздо сложнее. И все-таки, почему вы во сне так уверены, что это чудовище собирается вас убить? Вы же не оборачивались, вы не видели. Может, это вообще не чудовище? Может быть, но я жутко, ужасно боюсь оглянуться. Мне кажется, что если я посмотрю назад, я умру от страха на месте. Тогда тем более, какая разница? Что оно у вас съест? Что вы сами от страха умрете? Конец один. Вы же ничего не теряете. Проблемы, они обычно быстрее нас бегают. И если вы от них убегаете, они вас все равно догоняют. А вот если рискнуть, обернуться и разглядеть, то чем черт не шутит, может, удастся даже и решить. Думаете, попробовать? Почему нет? Придя домой, Сергей обнаружил, что худшие его опасения сбылись. Прости, но я решила облегчить тебе выбор. Теперь можешь спокойно строить свою жизнь, как хочешь. Как?
Каждую ночь Сергея мучает кошмарный сон. Он обращается к психологу. Выясняется, что бизнес Сергея в упадке, но он скрывает это от семьи. Жена Сергея, Кира, не подозревая о финансовых проблемах мужа, мечтает о поездке в Париж. Сергей занимает крупную сумму, но когда путевки куплены, его просят вернуть деньги обратно. За помощью Сергей вынужден обратиться к своей первой жене Инне. Кира подозревает мужа в измене и уходит из дома. В эту ночь Сергей ждал очередного кошмара, но на этот раз ему удалось с ним справиться. Сергей пришел на встречу с психологом в совершенно другом настроении. Теперь он выглядел довольным и уверенным в себе. Мне наконец-то удалось досмотреть этот сон до конца. И чем он закончился? Я бегу-бегу, и вдруг передо мной стена. Не перелезть, ни кругом обойти. Все, конец. Ну, думаю, все равно помирать. Да хоть оглянусь, посмотрю, кто же меня есть-то будет. Оборачиваюсь. Представляете? А там яблоневый сад. И такой красивый, весь в цвету. И никакого чудовища. Здорово. Да. Я почему-то так и думала, что никто вас есть не собирается. Галина рассказала Сергею, что точно так же он может обернуться в реальности и увидеть, что на самом деле все не так страшно, как кажется. Что и семья – это не только любовь и взаимопонимание, но и осмысленная ответственность близких людей друг за друга, желание разделить не только радость побед, но и безропотно принять всю горечь утрат. Спасибо вам большое. Я и сам все это понял. Огромное вам спасибо. Разговор с психологом убедил Сергея, что все в его руках. Но в первую очередь он должен вернуть Киру. Весь день Сергей бродил по городу, обзванивал знакомых и родственников жены. Он понимал, что Галина была права, когда говорила, что, изолировав Киру от важных для него проблем, он тем самым оттолкнул от себя жену, лишив ее возможности сопереживать и заботиться о нем. Теперь Сергей был уверен, что сумеет рассказать жене всю правду и сможет убедить Киру в своей любви. Но Киры нигде не было. Он один вернулся в пустой дом. Оставалась одна надежда, что Кира все-таки позвонит. Туда попали. Я думал, ты никогда не вернешься. Ты что, плачешь? Мужчины не плачут. Глупенький. Сильный мужчина не стесняется своих слез. Да какой я сильный. Просто дурак. Чуть тебя не потерял из-за своего дурацкого самолюбия. Сергей рассказал Кире о том, что скрывал от нее неприятности в бизнесе, залез в долги и был вынужден даже обратиться к бывшей жене и взять у нее деньги. Психолог был прав. Быть главой семьи значит не скрывать проблемы от близких людей, а доверять им. Что это? Сереж, ты мне всегда столько денег давал. Я все не тратила. Решила на сберкнижку положить. Ну, мало ли, вдруг нам пригодятся. А сейчас там уже хорошая сумма скопилась. Может быть, этого хватит?
Похоже, что Сергей из нашей истории когда-то почему-то решил, что для того, чтобы ему в этой жизни что-то значить, необходимо казаться много сильнее и круче, чем он есть на самом деле. Ну, этакую корону надеть. И корону-то он надел, но она ему оказалась велика, не по размеру. Он ведь на самом деле вовсе не сказочный герой, а обычный человек. И сползла эта слишком большая для него корона ему на глаза, и в результате не видит он ничего, что происходит вокруг него. Приходится самому придумывать. Придумал, что жена его любит только за какую-то силу небывалую. Придумал, что обязательно ужасы в их отношениях случатся, если он жене про свои проблемы на работе расскажет. А оглянуться, чтобы посмотреть, что на самом деле происходит, тоже страшно. Вдруг корона упадет.